Проверить свою этнографическую грамотность приглашает глава Ингушетии. Накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны на многочисленных площадках пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Стать участником образовательной акции смогут не только жители России, но и наши соотечественники, проживающие за границей. Для этого достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. В прошлом году диктант был проведен впервые. Почти 90 тысяч человек на сотнях площадок от Владивостока до Калининграда стали ее участниками. Теперь же этнографический диктант станет традиционным. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России 12 декабря. Республика Ингушетия вместе со всей нашей большой дружной страной будет участвовать в этнографическом диктанте. Поэтому всех прошу от себя лично, жителей Республики Ингушетия, включить этот проект и максимально написать, что вы знаете про Республику Ингушетия. А чтобы узнать больше, зайдите на наш официальный сайт, прочитайте там все, пожалуйста, и прошу всех включиться. Особенно всех, кто служил, служит и мечтает служить в воздушно-десантных войсках и военной разведке.